Артиллерия ДНР массово переходит на новый для себя калибр 152 мм. На смену Д-30 122-мм приходят старые проверенные гаубицы Д-20. Масса снаряда в два раза больше, 44 килограмма, а у тех 22. Да и стреляют они гораздо дальше. Прицельная дальность с активно-реактивным снарядом превышает 20 километров. Орудие! Выстрел! Ну вообще, насколько сложно научиться освоить вот новую технику? Что? Нет, не сложно абсолютно. То есть буквально за полчаса, минут 40 мы уже полностью расчет был готов к работе. Потому что корзина одна и та же, панорама одна и та же, клинзотвор один и тот же. Просто чуть больше калибр и чуть... Орудие! Выстрел! Артиллерия ДНР массовый переход.